Но я напомню, что в первом матче между этими командами «Динамо» две шайбы из четырех забросила при игре в большинстве. Вот позиционная атака московского «Динамо». Никулин на синей линии вместе с Хиетанином. Так, а сейчас у нас игра остановлена. Ох, очень неудачное падение Андрея Алексеева в борьбе с Никитой Выглазовым. Очень неудачно. У него правая нога подогнулась, и влетел он в борт. В раздевалку сразу уходит Андрей Алексеев. Остается в первом периоде играть 2 минуты и 12 секунд. Ну и Владимир Васильевич Крикунов, я думаю, уже начинает думать, кем менять. Андрей Алексеев в первой тройке нападения.